разработали наш маленький макет. И хочу коротко рассказать вам. В таких теплицах выращивать растения – это очень экономично, потому что здесь не требует особых рабочих сил, и все можно контролировать с помощью компьютера. Получается, здесь установлены по израильской системе капельное орошение, также вентилятор и 4-ядерный процессор. Сюда можно подключить проектор, вставить свою USB-флешку и работать по ней. Также здесь здесь сенсоры, и ночью там, получается, с помощью этих сенсоров подается свет в теплицу. Это наш первый цветок.